Приятное волнение, честно говоря. Оно всегда вообще такое. Приятное волнение. Как ребенок. Ну и все, смотри, это табурет. Будто на табуретке стоит. Детство. Но я на детстве на табуретке не стоял. Я сразу на стол залазил. Ну, я такой наглый был, рядом с детства. Как и сейчас. Кто считает, что я наглый, брутальный мужик? Самый наглый и брутальный. Это я. Хорошо. А есть одного пластиковый стаканчик? Такой одноразовый. Это чисто. Картонный подойдет, пустой, да. Знаете, вот эти все практики, распевка, они влияют на внутреннюю воду, на состояние, структурируют. И вот, и начинается чистка. Чистка сознания от вредоносных программ. Начинается, о боже, волшебный сказочный город. То, что доктор прописал. Я буду плеваться иногда туда. Потому что чистка, и то, все, что выходит, надо отпускать. Если мы держим внутри себя это, там, глотаем, там, или терпим, пока оно выходит, марна речь. Сразу интоксикация, куча еще потом багажом, еще дополнительных каких-то вопросов, страхов. Зачем? Отпускайте, все старое должно уйти. Отшелушивается кожа, регенерирует волосы, постоянно все что выпадает, что-то новое нарастает. Слава Богу за все. Я поехал в транс дальше. Это плавда-йога слишком много. You.
Okay.